саженцы малины и обыкновенный гусар – отличный вариант для выращивания в средней полосе России, к неоспоримым достоинствам относят отсутствие потребности в подвязке. Мощный и раскидистый куст, получаемый из саженцев или крупномеров, высокоурожайный и среднеранний, образует кисло-сладкие и ароматные ягоды весом до 4 грамм. Ягодный кустарник высотой до 2 метров засухоустойчив и морозостоит, а его урожайность равна 2-3 килограммам плодов с одного взрослого растения. Профессионалы и любители отмечают хорошую устойчивость сорта к болезням и вредителям. Малина обыкновенная XR – это кустарники высотой от 15 до 20 сантиметров. Малина обыкновенная XR имеет средний-ранний срок созревания. Урожайность малины обыкновенной XR составляет 6,2 килограмм. Плоды имеют массу 3,4–4,5 грамм. Форма у ягод тупоконическая. Окраска ягод красная. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что малина обыкновенная XR самоопыляемый, обои полый. Малину обыкновенную XR создал Казаков и годом создания растения считается 1999.